Здравствуйте. Сегодня мы проводим предпродажный осмотр двигателя, снятого с автомобиля Jumper в 244 кузове. Объем 2,2 литра, турбодизель, 4 HY. Пробег двигателя составляет 163 тысячи километров. Производим визуальный осмотр двигателя. Имеется дефект датчика уровня масла. Других дефектов не выявлено. Производим осмотр цилиндров эндоскопом. Также осматриваем клапаны и поршни. После осмотра двигатель маркируется термопломбой, индикатор перегрева. Перед размещением на склад двигатель законсервирован. При установке на станции Евроавто действует расширенная гарантия. Наши специалисты помогут с подбором двигателя, а квалифицированные механики произведут установку агрегата. Двигатель готов к установке.